Друзья, всем-всем привет, всем добрый день. Так, стоит. Так, сейчас руки выйду. Ой, еле настроилась я на работу. Еле-еле настроилась. Ну, настроилась. Знаете, бывают такие дни. Вот сегодня день пасмурный, солнца нету. И настроения нету никакого. Думаешь, снимать, не снимать. Вроде бы как есть что снимать, не хочется. Надоедает, устаешь просто. От съемок просто устаешь. Каждый день. Это же, знаете как, когда не работаешь. Ну вот, есть же люди, не работают, да? Там, неважно, как ты дома выглядишь. Никто тебя не видит. Но здесь же надо приготовиться, друзья. Хочется ж маленечко приготовиться, чтобы не быть анчуткой в кадре. Хоть маленечко привести себя в порядок. Вот. Это только, знаете, стимулирует. Держать форму стимулирует. А так бы, господи, кто меня дома видит? Как я хожу? В чем я хожу, да? А на работу уже, как попало, не пойдешь. Уже надо держать, так сказать, марку. Ой, друзья, все, это что такое, а? Вот 2-3 дня стирала их, вот черные делаются. Вообще нехорошие. В общем, мне на Дзене девочкой. Девочки, одна девочка дала артикул, тряпочек, в общем, я выписала. Выписала там сколько, 10 штук, по-моему, там что-то 200 с лишним рублей. Отзывы хорошие, все хвалят, не нахвалят. В общем, выписала себе. И крышки артикул, крышки силиконовые. Но я пока не стала крышки, думаю, а кого мне ими накрывать-то? Я купила эти. Ну, одноразовые вот эти купила, пока есть. Так, ну чем я сегодня буду заниматься? Во-первых, у меня пахнет хлебом. В хлебопечке допекается хлеб. Скоро вот-вот будет готов. Во-вторых, я вчера вечером достала мясо. Мясо, говядина, мясо. Все, я его сейчас промыла. Мне нужно его пропустить через мясорубку. Вот, а потом я его смешаю. Фарш свиной здесь, все вместе перемешаю. Маленечко оставлю так, а остальное смешаю. Вот, вижу, холодильник залапала. Как брала, вот тут сразу залапала. Только с этой тряпкой ходишь. Там трешь, там протрешь. Короче, трешь-трешь, и убранного не видать. Ой. В общем, сейчас прокручу. Просто ничего добавлять не буду. Потом, когда смешаю с фаршем свиным, тогда уже добавлю специи. В общем, на котлеты. На котлетки. Сегодня 28 число. Так, завтра последний день февраля. Ой, друзья, весна наступает. Пасмурно на улице. С утра вроде бы как, не знаю, но не прохладно. Но ветер. У нас ветер. Вот, днем, наверное, потеплее будет. Сейчас достану мясорубку. В общем, налажу мясорубку. И буду крутить. Мясо надо порезать его надо. Так, каким ножом? Я люблю, они все острые. Ну, можно подточить. И вот так, девочки, беру. Туда-сюда. Все, несколько раз. И оно острое. Так, тишка у меня в доме. Нет, сейчас как услышит. Будет дело. Это ж тишка. Да, мне сбрасывать. Нет, он на улице. Я ему срезала уже кое-где вот эти плевки. Вот так вот порежу, чтобы. Так, надо чашку подставить. Эту сейчас полосну.
туда подойдет, наверное, по высоте. Ну-ка. О! Так, очки убрать. Давно я не пользовалась мясорубкой. Так, тут все нормально. Я уже забыла, как ее включают. Не то. Так, все. Надо было мне тоже достать фарш. Сейчас бы я его смешала. Теперь нужно отдельно вот его доставать. Так, как оно снимается? Надо нажимать на вот эту штучку и снимать. Опа. Пахнет хлебом вкусно. Там я посмотрела, наверное, минут 20 осталось. Скоро-скоро. Так, это все тишки. Тишки полакомятся. Легкие здесь накрутились. Так, все. Опять мыть, девочки. Опять работа. Так. Я хожу в тапочках, да? И когда свое видео пересматриваю, и так шир-шир. Ширкают. Я не виновата. Я ноги поднимаю. Просто так вот звук получается, как будто бы я таскаю эти ноги еле живая. Почему так получается, я не знаю. Иной раз думаю, в носках снять. Забываю. Снять тапочки и ходить в носках. Так шуршать будет. Ну-ка я сниму. Это тапочки так шуршат. Ну да. Ну это палас под ногами. Ладно. В общем, я ноги поднимаю, а получается, как будто все шуршит. Все, в общем, я мою. Пока помою туда-сюда, и хлеб спечется. От предыдущего раза у меня остался вот еще кусок хлеба. Белый у меня получился. Вот знаете, не хочу белый хлеб. Вот не хочу. Я пеку, сейчас пекла с добавлением ржаной. Что-то не могу белый хлеб один есть, я не знаю. Ела же. Сейчас нет. Хочу вот такой темный хлеб. Так, этот я порежу на сухарики. Ну, духовки у меня нет. Я, наверное, кто-то писал, что можно в этой микроволновке как-то. Я попробую. Духовка у меня сломанная. Так, тут я отламывала, наверное. Можно в этом, в аэрогриле, наверное, тоже сухарики засушить. Запросто. Только его и вытаскивать неохота. Бандура такая здоровая. Это когда уже что-то там жаришь, тогда уже. Ой, у меня же там еще рыба лежит. Еще два леща у меня лежит. Надо, наверное, один занести, приготовить. Сейчас начнется скоро рыбная пора в марте месяце. Андрей у меня начнет на рыбалку ездить. Будет мне рыбки возить. О, немножко их в дело пойдут. Чашку пока сюда. Пока сюда соберу. Так, пропищала печка. Пропищала. Ой, сегодня у меня, смотрите, как поднялось. Даже не ожидала. И сегодня я поставила на коричневую. Прям подтвердила. Я неправильно делала, короче говоря. Так, ну что, будешь выниматься? О! Румянился. Совсем другое дело. Вот первый сорт мука и плюс 150 грамм ржаной. Иной раз я делаю наоборот.
ржаной больше, белой меньше. Этот раз сделала наоборот. Ржаной 150, белой больше. Так, ну пока я не буду его разрезать, маленечко, видите, чуть-чуть опустилась эта крышечка. Тут главное хорошо, а тут все равно маленечко. Так, ну ладно, пусть остынет. Я сварила суп. Нет, я хочу есть. Он пусть остывает. Это мне уже будет хлебушек на вечер. У меня тут я сварила суп. У меня суп грибной сегодня. Ну что, цвет у него темный. Это девочки тут опята и еще какие-то. С подругой мы собирали. Так, я, наверное, включу подогрею. На немножечко. Я могу поесть он. Или с теми сухариками, которые еще не просушились. Или вообще без хлеба. Так, поставлю на 30 секунд. Все, пригреется. Могу вот так вот взять просто прикуску. Я могу без хлеба есть, мне все равно. Так, сейчас нагреется. В общем, я обедаю. Время у нас 1:30. Так, знаете, я боюсь эту микроволновку почему-то. Когда что-то ставлю в чашки, скорее отхожу. Думаю, как стрельнет. Чего я боюсь, не знаю. Ну все, чашка нагрелась. Лишь бы чашка была горячая, нормально. Вот. Девочки, всем приятного аппетита. У меня обед. Сейчас посмотрим. Уже остыл такой тепленький. Хлебушек. А, здесь опять это, забываю про нее. Крючок потеряла изначально. Вот может быть он даже где-то у меня лежит. Ну, вытаскивать крючок потеряла. Не знаю где. Вот. Ну, вот такой хлебушек в дырочку получился. Вот, друзья. И вы знаете что? Я забыла про сыворотку. У меня же есть сыворотка. Еще думала спечь хлеб на сыворотке. Забыла. Вылетела из головы вообще. Так что, когда я в следующий раз буду говорить, что я буду ставить хлеб, пишите мне, не забудь сыворотку. Так, это на место положить. Все, друзья, нормальный хлебушек. Даже мягенький такой. Как сказать, поднялся, смотрите. И главное, не чисто белый. Все. Корочка немножко хрустит. Вот и готовы сухарики. Вот, друзья, нашла выход из положения. Аэрогрилик. Еще один вот. Все. Видите, какие они румяненькие. Красивые. Не хуже, чем в духовке. Так, я выключила. Розетка осталась выключить. Красота. Пусть остывает. Так, друзья, у меня появилась тут рыбка. Вот такая вот рыбка. Это рыбка чебачок. Или как вы ее называете, плотва. У нас чебак. В общем, здесь ее немножко. Это буду варить котам. Кашу какую-нибудь буду варить. Наконец-то их накормлю. Вкусненьким. Так, теперь что? Здесь у меня капуста. Надо заносить ее уже в дом. Она тут подмерзла. Всю зиму здесь простояла. Капуста вкусная. Я ее с осени по мешочкам вот так вот разделила и ведро. В общем, она у меня простояла здесь всю зиму. Сейчас тепло на улице. Будет оттаивать. В общем, надо ее в морозилку положить. Все лето буду варить. Борщи там, не знаю что. Так, и что я хочу? Сейчас наберу горячей воды. Мне тут надо подтереть пол. Как ведро ставлю здесь вот на утро с углем. Тут все марается, за ногами все таскается. В общем, надо освежить на веранде. Пока на улице тепло. Ну и все, друзья. Всем пока-пока. Всем здоровья. Всем всего хорошего. И до следующих встреч.